Друзья мои, всем салют, меня зовут Николай Жаричев, я один из основателей сервиса Instagame. Я очень рад, что вы смотрите это видео, значит, вам наш продукт интересен. Поэтому сейчас я вам покажу, какие первые шаги нужно сделать, и постараюсь сделать обзорную экскурсию нашего сервиса, и я вам докажу, что наш сервис – это действительно очень мощный, очень крутой инструмент для достижения многих целей. Итак, поехали, начинается все с регистрации, вы переходите по ссылке человека, который вас пригласил. Обязательно посмотрите видео, обязательно посмотрите информацию на этом лендинге, чтобы закрыть какую-то часть вопросов. Дальше мы нажимаем кнопку «Регистрация» и вводим свои данные. Обязательно обратите внимание на пригласителя, по чьей реферальной ссылке вы перешли. По факту, Инстаграм этого человека и должен здесь оказаться. Обязательно проходим капчу, выбираем нужные картинки. Итак, отлично. После регистрации что должны сделать дальше? Первое, вписываем свой Инстаграм-аккаунт, то есть как вы прописаны непосредственно в Инстаграме. Выбираем пол. Обязательно выберите от 4 до 7 интересов, потому что наш сервис будет рандомно ставить под вас людей. Мы закупаем таргетированную рекламу, и люди, которым интересен этот сервис, они регистрируются вглубь ссылки, и мы рандомно по этим интересам распределяем людей. Нажимаем кнопку «Погнали». Обязательно смотрим видео. И самое главное, это нужно подписаться на один из наших ботов. Это либо будет Telegram-бот, либо бот ВКонтакте. Вот так вот он выглядит непосредственно. Вот такие вот смс-ки вам будут приходить о том, кто к вам зарегистрировался в команду. И такие смс-ки, от которых вы будете получать микрооргазм, это с пополнением вашего баланса. То есть у нас очень щедрая партнерская программа, и все пополнения будут фиксироваться Telegram ботом, который вам будет присылать уведомления. Поэтому обязательно подписываемся и смотрим видео. Следующее, что нам предлагает сервис, это подписаться на 10 человек. Обратите внимание на то, что здесь есть стрелочки. Если вдруг по каким-то причинам аккаунт, на который вам нужно подписаться, закрыт, либо его просто не видно, то просто нажимайте стрелочку, вам система поменяет на другой аккаунт. Итак, нажимаем «Проверить задание». Отлично, я прошел первое задание. Итак, обязательно также смотрим видео, и непосредственно дальше нас система перекидывает в систему оплат. Обратите внимание, что справа снизу есть техподдержка. По этому вопросу обязательно пишите в техподдержку. Итак, дальше вы переходите в раздел «Тарифы». Вам нужно выбрать один из тарифов. Это на 1 месяц, на 3 месяца, на год. И сейчас у нас еще появится VIP-тариф. Описание тарифов есть, поэтому здесь непосредственно на 1 месяц 890 рублей, на 3 месяца 1800 и на год 3890. Конечно, на год самый выгодный тариф, это примерно там 11-12 рублей в день. На самом деле, ну, согласитесь, это даже не чашка кофе в день. Что такое 11-12 рублей? Это, мне кажется, не деньги в наше время. Приобретаем один из пакетов и становимся частью команды, начинаем проходить миссии. Вот, и сейчас я вам покажу, как выглядит внутренний функционал уже на примере. Для того, чтобы использовать все функции нашей игры, не обязательно иметь компьютер. Достаточно просто иметь телефон. И неважно, где вы будете находиться, на курорте, на огороде, в дороге, все, что вам нужно, это просто телефон и доступ к интернету, друзья мои. Мы сейчас находимся в разделе «Энергия». Здесь, как мы видим, за вами закреплено 10 человек. Непосредственно, если вам по каким-то причинам не нравится аккаунт, вы можете поменять этот аккаунт. Потому что для этих 10 аккаунтов вам придется выполнять задания. Какие задания? Нужно будет раз в 3, раз в 4 дня заходить на эти странички, ставить лайки, писать по 2 тематических комментария, смотреть истории. Для чего нужно выполнять задания? Нужно понимать, что в Инстаграме всегда есть какие-то тренды. Были тренды на масс-фоллоуинг, масс-лайкинг, были тренды на гивы. Сейчас у Инстаграма умная лента, и она считает только органический трафик, живой трафик. И, соответственно, если на вашей страничке много живой активности от живых людей, то у вас увеличивается охват. И сам Инстаграм будет вам давать еще новых подписчиков, друзья мои. Не только от нашего сервиса вы будете получать подписчиков и активность, но еще и от самого Инстаграма, потому что умная лента так устроена, друзья мои. Поэтому вы выполняете задания для 10 людей, и то же самое делают для вас сотни и тысячи других людей. Здесь вы будете также получать предупреждение, если вы не будете этого делать. Есть такая вот миниатюрная батарейка, если она сядет, то извините, game over, друзья мои. Здесь все понятно, идем дальше. Раздел «Миссии». Это как раз таки основные задания, которые вам нужно выполнять. За каждую пройденную миссию вы будете получать бонусы. Стоимость сервиса 890 рублей в месяц. Что вы получаете за прохождение каждой миссии? Во-первых, вы строите команду людей, кто будет вас лайкать и комментировать, и это будет расти в геометрической прогрессии. Во-вторых, вы получаете денежные вознаграждения за это. В-третьих, вы получаете знания от нашего сервиса. И в-четвертых, вы получаете различные бонусы от нашего сервиса. Участвуйте в разных розыгрышах, в разных турнирах, и самое главное, получаете
разный полезный софт. Если вы пройдете первую миссию, вам предоставляется сервис по накрутке лайков. Неплохо. А дальше за прохождение второй миссии вы получите сервис Instagram визиток. То есть так этот сервис стоит $15 на год. Здесь вы получаете его бесплатно. То есть вы уже по факту окупаете вход в сервис. А давайте посмотрим, что нужно было сделать для прохождения второй миссии. Изучить базовый курс по Инстаграму, изучить курс личный бренд и упаковка аккаунта, выполнить регулярные задания для 10 назначенных людей. То есть, согласитесь, страшного в этой миссии ничего не было. Нужно просто было посмотреть обучение и выполнить регулярное задание. Вы уже получаете как минимум 2 сервиса. И в первой миссии нужно было просто подписаться на 10 человек. И так далее, и так далее, и так далее. Друзья мои, с прохождением каждой миссии вы получаете крутейший сервис от нашей игры. Итак, с миссиями мы разобрались, и, соответственно, мы можем смотреть обучение. Обучение мы будем сейчас очень сильно дополнять, изменять и все больше и больше новых знаний давать вам в нашем сервисе. Все больше крутых спикеров, все больше крутых коучей подтягивать в наш сервис. Есть раздел «Команда», есть раздел «Инстаграм». Ну, давайте просто пример приведу. Обработка сторис. Вы видели где-нибудь обучение по обработке сторис, друзья мои? Чтобы вы понимали, люди, которые умеют круто делать сторисы, 15-секундные видеоролики, они зарабатывают очень хорошие деньги, потому что любой бренд, любой магазин хочет привлечь себе такого специалиста, который умеет это круто делать. И стоимость такого рекламного ролика на рынке идет от 5 там, до 50 тысяч рублей. 15 секунд. Здесь же наш эксперт Надежда учит вас делать это с помощью мобильного телефона и нескольких мобильных приложений. Делать действительно крутые, качественные сторис, которые помогут вам развивать ваш аккаунт. Такое обучение, такого формата загружено непосредственно в наш сервис. И все это, повторюсь, за 890 рублей в месяц. Согласитесь, не такие уж и большие деньги. Итак, у нас есть очень мощная партнерская программа, где мы выплачиваем 60% в сеть людям за то, что они приглашают. И как раз таки в разделе команда у вас появляется реферальная ссылка, которую вы копируете и можете отправлять своим друзьям и знакомым, чтобы они тоже пользовались этим сервисом. Согласитесь, не стыдно рекомендовать. Человек за 890 рублей получает первое — это окружение сильных, целеустремленных людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни. Второе — знания, которые сейчас актуальны, которые нужны здесь и сейчас. Умение писать текста, копирайтинг, нужный навык, потому что копирайтеры зарабатывают большие деньги сейчас. Умение делать крутые сторис, нужный навык, однозначно нужный навык, потому что ваша страничка в Instagram начнет блистать, начнет сверкать среди вот этих вот серых аккаунтов, и поверьте мне, рекламодатели вас очень быстро заметят и как минимум купят рекламу в вашем аккаунте. Третье, на вас будут подписываться люди, ваш аккаунт будет расти, охват у него будет расти, соответственно, в дальнейшем вы сможете продавать рекламу на своем аккаунте. Это еще один дополнительный источник дохода. Четвертое — это раздел финансы, где за приглашение людей, за то, что вы даете крутую возможность, сервис вам начисляет вознаграждение. Я вам скажу, что это далеко не маленькие деньги. С помощью этого сервиса вы сможете закрыть все свои финансовые потребности, это я вам гарантирую. Закрыть свои долги, кредиты, ипотеки, либо закрыть какие-то финансовые цели, к которым вы давно стремились. Купить квартиру, машину, еще что-то. Поверьте мне, это действительно так. При стоимости сервиса 890 рублей. И если мы зайдем в раздел финансы одного из наших партнеров, увидим следующую картину. Раздел кошелек. А сейчас на балансе 160 тысяч рублей. На самом деле это человек сделал за 2 недели. Но сразу скажу, что не каждый так может, потому что здесь важно, каких людей ты подключаешь. При накоплении 3000 рублей вы можете деньги сразу же вывести, вот, не держать их на балансе. В разделе «История» можно будет увидеть все начисления, плюс в разделе «Начисления» можно увидеть, сколько всего денег заработано с начала работы сервиса. Также мы можем увидеть раздел «Куратор», это увидеть человека, который пригласил вас в этот бизнес. Можно зайти в раздел «Чаты», написать своей команде сообщения, донести до них какую-то интересную информацию и так далее. Вот. Ну и в разделе «Профиль», соответственно, можно поменять свои данные, усилить безопасность. Поэтому, друзья мои, вот так вот выглядит наш сервис изнутри. Я повторюсь, что за 890 рублей вы получаете крутейшее окружение. Вы получаете окружение единомышленников, сильных, заряженных, амбициозных людей. Вы получаете новые знания, которые актуальны здесь сейчас, которые обновляются каждый месяц. Вы получаете возможность зарабатывать деньги вместе с нами на партнерской сети, на продукте, который рекомендовать не стыдно, понимаете? Стоимость которого гораздо меньше, чем его ценность. То есть также вы получаете возможность участвовать в разных конкурсах. У нас действительно крутые ценные призы. И также мы сейчас появится раздел «Марафоны», где мы будем делать коллаборации с крутыми блогерами, и они будут давать очень полезную, очень крутую информацию для нашего общего развития. Поэтому, друзья мои, присоединяйтесь, увидимся в игре.